Нет, сегодня на самом деле удивительное событие и радостное, и для нас очень ответственное. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который приходится на нынешний день, мы с вами стоим, во-первых, возле часовни. Это первый религиозный объект в городе Ангарске построенный. 30 лет назад был заложен вот в основание камень этой часовни. А кроме того, мы являемся участниками великого события, мощи нашего земляка, святителя Иннокентия Московского, митрополита, уроженца Анги, отправились в пятилетний крестный ход по 38 епархиям нашей отчизны. И Иркутская область, конечно, как родина святителя, принимает его первым. Вот несколько дней, 5 дней, чудотворные мощи, нетленная глава святителя пребывают в нашем соборе. Это событие ни с чем не сравнимое и неповторимое. Сегодня мы молимся вот перед ними, а завтра они отправятся в Тельму, в Усоль и так далее. Важно понимать, что этот крестный ход, он является вторым миссионерским путешествием нашего святителя. Когда-то, ровно 200 лет тому назад, вот, он принял подвиг служения миссионера. Его проповедь Христа достигла самых отдаленных уголков нашей отчизны на ее востоке и шагнула за океан в Америку. Благодаря ему православие стало открытым для тех людей, которые вовсе о Боге мало что знали. Поэтому сегодняшнее движение мощей чудотворца, оно как бы вновь возбуждает в нас радость обретения общения с Богом. И мы счастливые люди, ангарчане нынешнего поколения, которые можем преклонить главу к его нетленной главе. А кроме того, нам неплохо бы помнить о том, как свою миссию явил миру святитель Иннокентий. Его проповедь Христа была мирной и неагрессивной. Входя в дома людей, далеких от Бога, он прежде стремился найти хорошее в их жизни, изучить их язык, обычаи, открыть им, что в самой глубине человеческой жизни есть Христос. И благодаря этому по сю пору проповедь его остается несравненно ни с чем. То количество, в том числе и научных открытий, что сделаны им, географических, минералогических, вот, то участие его в жизни и устроении политической нашего общества, Благовещенск, обретение новых территорий, все это ни с чем не сравнимо, и мы сегодня вновь приобщаемся к этому. Это важно. Нынешняя жизнь так пестра событиями, так исполнена информацией, что трудно выделить первое и вторичное, главное и второстепенное. Но наличие таких критериев, как святыни, позволяет и нам мерить свою жизнь не только скоротечными днями сегодняшними, но вечными христианскими ценностями. Потому-то так важно следы этой христианской миссии иметь перед очами. Вот в частности мы сегодня стоим у часовни, которая является первым свидетельством того, что ангарчане хотят быть христианским народом. Возобновление часовни, ее украшение, оно стало возможным благодаря живому участию ангарчан. Это не веление свыше, это не церковная инициатива, это решение тех людей, которые считают, что в нашем городе все должно быть благородно, красиво и по-христиански. Часовня сегодняшняя – это свидетельство тому, что вот любят ангарчане свой город, любят его христианскую историю, который, в общем-то, уже 3 десятка лет. Половину своей истории Ангарск живет под крестом. Это же правда прекрасно.